В Дубасарской школе номер 5 появилась гранитная доска с именами выпускников, погибших при защите Приднестровья. Так учебно-педагогический коллектив решил увековечить память тех, кто одними из первых встал на защиту республики. Школа номер 5. Торжественная линейка. В руках учащихся 15 фотографий тех, кто учился в этой школе и в числе первых встал на защиту Приднестровья и отдал жизнь за мир и свободу своего края. Теперь их имена увековечены на гранитной плите. Сейчас по Приднестровью проходит мероприятие под единым лозунгом «Я приднестровец». И это звучит гордо. Все вы, мы, которые постарше, понимаем это, а молодежь тоже должны в сердце чувствовать, что вы приднестровцы и гордиться этим. Потому что вот эти ребята, которые отдали свои жизни, и за вас в том числе, они были истинными приднестровцами. Идея увековечить память своих выпускников и защитников Приднестровья родилась у учителя русского языка и литературы Анны Платоновой. Она преподавала практически у каждого из этих ребят. Их трагическая гибель оставила глубокий след в ее душе. Это были удивительные ребята. Сережу Агатьева вы никогда бы не увидели грустным. Он всегда улыбался, всегда шутил. Ванечка Тимощук, он был рыжий, как солнышко. Может быть, не совсем хорошо учился, но был прекрасным человеком, душой класса. Саша Погребниченко всегда был очень серьезен, учился в военном училище. Хорошо помню Мишу Газе, очень был скромный, тихий, спокойный мальчик. Ну, никто не ожидал вдруг, что он себя проявит с такой стороны. Идею увековечить имена героев, выпускников в «Граните» поддержали не только педагоги учебного заведения, но и жители всего микрорайона Большого Фонтана. В вашей школе есть и трое, которые проживали в селах Агатьев Сережа и Коля Кузнецов в Красном Виноградаре, Ваня Шаповалов в селе Калиновка. Я благодарен всем инициаторам, коллективу школы за то, что вы храните память, увековечили память, в том числе и наших односельчан. Сегодня школа номер 5 – это 30 педагогов и 235 учащихся. 2 ноября все они примут участие в мероприятии, где почтят память защитников Приднестровья, погибших на объездной дороге микрорайона Большого Фонтана в результате первого нападения опоновцев Молдовы на город. Ирина Полесик, Анжела Каранчук, Семен Баланко. Первый Приднестровский.